Певица Диана Анкудинова плотно работает с психологом, он помогает ей проработать детские травмы, чтобы они не оказывали влияния на ее будущее. Сеансы со специалистом ей очень помогли. Теперь артистка спокойно может рассказать журналистам об истязаниях, которые ей довелось пережить в детском доме. Диана до 3 лет воспитывалась в неблагополучной семье. Соседи девочку пожалели и обратились в органы опеки. В результате проведенной проверки ребенка отправили в детский дом. Там ей лучше жить не стало. По словам Анкудиновой, в детдоме над ней издевались. Это было плохое время. Все, что я помню, плохие моменты. Как меня, например, топили в ванной или били головой о стенку, много странных людей наваливались и буквально лежали на мне. У меня была сломана ключица, порвана губа. Поведала артистка в беседе с News.ru. Диане повезло. Она пробыла в детдоме не до совершеннолетия. Девочку удочерили. Ее приемные родители, прекрасные люди, у нее очень хорошие отношения с ними. А вот о родной матери артистка говорить не хочет. Она вспомнила о своем ребенке только после того, как Диана стала известной на всю страну.